Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Привет, народ. Пришел телефончик. Пришел у нас здесь 8... подождите. А какой же у нас... я и забыл, какой пришел. Короче, 58.00, кажется, да? Что это вылетело из головы? Сейчас посмотрим. Да, 58.00 пришел. Так, вот у нас сам телефончик такой. Так, ладно, сейчас глянем, что у нас тут по комплекту. Тут зарядка. Обычная, тоненькая, нокиевская зарядочка. Кабелек USB-шный. Наушники, конечно же, обычные. С кнопочкой Nokia. Потом диск OVI. Так, manual у нас здесь, manual. Тут манул на английском. Ну, в принципе, не сильно надо. Так, и так знаем, что к чему там. Посмотрим телефон. И надо еще, наверное, сразу, чтобы не забыть, сделаю вот так вот. Наклеим коробочку. Наши отдельно кидают, они бывают теряются. И вот сам телефон наш. Телефон у нас такой холосый, блестит весь. Задняя крышка у нас матовая. Вот такая вот. Так. Carl Zeiss даже, елки. Так, полосочки такие у нас там, крышечки. Так, в общем, нормально. Так, вспышечка, камера. Все у нас тут пучком. Так, вот у нас... кнопочки все, стилус есть, вон он, стилус, такой вот. Так, надо сейчас глянуть, под крышкой там, по идее, аккумулятор, как всегда, закрыт, вот, чтобы не включался там случайно по дороге. Вот. Крышечка туго открывается, под крышечкой у нас тут такая себе инструкция, там что делать надо, симтику доставлять, там флешечка еще, что-то такое, стилус, короче. Так, стилус у нас открывается довольно туго. Ну, думаю, ничего страшного. У нас заглушечка какая-то. Так, и тут сверху тоже. Ага, вот у нас тут клеёночку положили под контакты. Вот такая вот у нас батареечка BL5G 37 вольта на 1430 миллиампер. Так, у нас тут под телефончиком место под сим-карту. Одно место под сим-карту. А, вот он. Вот куда все спихивать. Он что-то под заглушкой было как-то. И не туда. Заглушечки открываются нормально. Разъемчики у нас тут под флешечку, под сим-карту. В общем, все нормально. Так, а теперь как закрыть? А ну-ка, закрывайся. Так. Когда-то я хотел себе такой телефончик. Давным-давно. Вот. Такая модель была интересненькая. Так, вроде все, нужно включать. Сейчас я только одену. Вот так вот закроем. Крышечка прилегает плотно. Никаких зазоров, это у нас технический зазор. Вернее, такая она щелька там, короче, и под ней, видите, решеточки под динамики.
Или не под динамики, что там, я не знаю. А, да, под динамики, наверное, что с другой стороны нет. Два динамика, походу. Так. Попробуем сейчас включить. Оп, включился. Тут у нас разъем под USB-шечку. Micro USB. Разъемчик чистенький. На камеру видно, будет интересно. Разъемчик. Чтобы не звездели, что типа рефёрб, что там это самое. Разъемчики все чистенькие, не юзанные. Плата тоже нормальная там. Телефончики новые все. Так, это открываем, извиняюсь за свои сопли. Мне и так с носом непорядок. А тут еще и приболел немного. Ну да, в общем, понятно. Так, выставим время. Время. Так, ага, запустился. Вот такой вот у нас кнопочка у нас подсвечивается. Вот так вот она у нас. Так, она пролистывается или нет, как им пользоваться? А? Не знаю. Так, она сюда. Это у нас кал. Звонок типа. Так, а как же он? Ну, может, тут просто рабочий сохнет, я не знаю. Я просто не часто пользуюсь такими телефонами. Вот. Так, такая, ну, мюшечка, что сейчас выстрелим, наверное. Русский язык, персона, фон. А, тут два раза надо нажимать. Language. Резистивный экран, по-моему. Да, резистивный экранчик. Так. Так. Русский, украинский здесь есть. Болгарский есть, румынский. Так, ну все. Сейчас немножко перезагрузится и будет на русском языке. Так. Ну, долго думать. Хотя ему положено долго думать. Он же у нас не современный смартфон, которые по 150 ядер. Но за то, что мне нравится в старых телефонах, это качество звука, как в микрофонах, так и в динамиках. Все. Все у нас на русском языке. Телефон, контакты. Нюшечку сейчас зайдем, посмотрим. И все на русском. Экранчик, кстати, хорош. Можно еще попробовать даже яркости добавить, если можно. Глянем, так, дисплей. Ну, так. Еще немножко можно добавить на одно деление, но не сильно, в принципе, добавил. Ну, такой экран, в принципе, читабельный. Можно смотреть. Так, хорошо. А, у нас тут еще отдельная кнопочка под камеру. А это у нас. А это у нас блокировка работает. Прикольно. Кстати, удобная штука. В принципе, было бы неплохо делать такую на современных смартфонах. Очень даже удобная кнопочка. Плавный. И главное, ход такой у нее плавный. Такой мягкий, классный. Круто. Конечно. Так, нет доступа к карте памяти. Окей. Ладно. Может, снимок попробуем сделать, если получится. Я пленку не снимал с камеры, поэтому будет, наверное, немножко мутновато. Вот так, у нас фото такое получается. Вот тут у нас пленка, я ее не снимал. Из-за нее мутно. Думаю, ладно, ничего страшного. Так, функции. Использовать камеру, параметры, режим. Да ладно. Чего там? Так, камера. Выполняется обработка фото. Ага. Так, удалим. Хотя посмотрим, не фоткали там поставщики. Изображение, фото, а нет, ничего нету, только моя вот фотка. Там вообще бывает проверяют перед отправкой, там видео какое-то короткое снимают или фотографии делают. Так, ну в общем телефон нормальный, камера работает, так, звук тоже работает.
Сеть я не проверял, но не сомневаюсь, что работает. Сеть работает по-любому. Так, сенсор работает хорошо. Непривычно, правда, после емкостного экрана к резистивному. Резистивный давить надо пальцем. Такой. Не знаю, уже отвык от него. Раньше тоже во всех телефонах старых еще сенсор на китайцах, кстати, на китайцах много было, я там покупал. Тоже все резистивные экраны были. А сейчас емкостные, сейчас, конечно, радость с тачами. Вот такой вот у нас телефончик. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.